Всем привет, с вами SevPro, и сегодня покажу вам ловушки для мобов в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, у нас получится вот две таких ловушки. Первая ловушка будет с динамитом, а вторая будет обычная ловушка. Ну что ж, давайте мы испробуем нашу ловушку динамитом. Да, это обычная ловушка, которая при закрытии будет взрываться, а эта ловушка просто будет закрывать за собой двери. Ну что ж, давайте испробуем первую ловушку. Как видите, когда мы... Как видите, когда мы спавним мобы, наш моб просто закрывается в такую коробочку из железных дверей. Но если мы заспавним здесь, наш моб скрывается так в железную коробочку, но через некоторое время он взрывается и погибает. Да. Погибает. Погибает. Ну ладно, пусть остается. Ну что ж. Что нам нужно, чтобы построить такую ловушку? Во-первых, нам понадобится динамит, который мы закладываем под два блока земли. И наверху мы ставим любой блок. Ну, лучше поставить камень или какой-нибудь еще блок, чтобы запомнить, где находится динамит. После чего вот так примерно ставим эти двери. Чтобы наши двери просто-напросто смогли закрыться. Ну, чтобы сделать обычную ловушку, понадобится то же самое. Ставим нажимную плиту и рядом с ним ставим, опять же, двери. После чего наша ловушка также будет работать, как и те две. И давайте ее испробуем. Как видите, мы закрыли двери. Но эту ловушку легко обойти. Именно нам, людям, да, персонажам. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.